Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал о красоте. Матяня в кадре. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Вот. А я хочу сейчас открыть небольшое количество комментариев. Да, на самом деле их достаточно, но я то, что сейчас найду, то, соответственно, у меня здесь телефончик, то, соответственно, посмотрю, как ваши дела. Как ваше новогоднее настроение? Вы нарядили елку или нет? У меня с елкой как-то проблематично. Мама говорит, еще до Нового года есть время, но вообще на католическое Рождество в Испании уже у многих елка наряжена. Ну, как бы для меня это понятное дело, я сделаю тогда, когда мне нужно. Еще до Нового года есть время, но имею в виду до Нового года. Вот, но, соответственно. Соответственно, друзья, она у меня еще пока не наряжена. Сегодня мне захотелось моего личного солнышка. Я в янтарях, если вы успели заметить. Ищу, друзья. Ищу и не помню видео, а вот это видео, я думаю. Секундочку. Я помню приблизительно, какие вопросы были, на которые я не ответила. И, соответственно, так как у нас череда с вами, вереница, прошу прощения, новогодних роликов, предновогодних, то мне хочется это сделать. И, соответственно, так, Маргарита, Танюша, красотка. Девочки мои хорошие, ну подскажите, где я это видела. Я приблизительно помню, но я хочу, хочу этот вопрос. Нет, навряд ли я его найду. Ох, друзья мои. Я не помню, где именно. Ирина Валентиновна задала, девушка мне задала про возраст. Вот такие вещи, конечно, нужно делать заранее, девочки. Ну, вы меня простите, я надеюсь, перемотайте быстренько вот так раз. Перемотайте и все. Катя, за упоминание. Здравствуйте, любимый блогер. Ой, какие комментарии приятные. Катюша, Ирина Валентиновна, Катюша, очень интересна тема возраста, в частности, женского. Боитесь ли вы становиться старше, климакса, связанного с этим изменений, внешних, внутренних черт, характера, здоровья? От вас с огромным удовольствием послушаю, заранее благодарю. Ирина, вы знаете, я, наверное, это будет неправильным, и это будет ложью, если мы скажем так, что нас этот вопрос не волнует, мы не боимся старости, да, в общем-то, что ее бояться, и, ну и постареем, и постареем. Не то чтобы есть какой-то страх, потому что это неизбежный физиологический процесс, и у молодости есть один недостаток, заканчивается, да, очень быстро молодость, поэтому, как еще говорил ученый Вавилов, по-моему, что говорит, да, говорит, жизнь опасна, но радуйтесь, люди, что она не так длинна. Ну, там что-то было связано с темой болезни и так далее. Ну, типа, вот люди, радуйтесь, что на самом деле все это когда-никогда закончится. Поэтому я хочу сказать, что, как и любой нормальный, здоровый, логически рассуждающий и мыслящий человек, конечно же, я иногда задумываюсь над тем, что вот старость и так далее, и тому подобное, климакс, ну, про климакс я только слышала, я на себе пока еще не ощущала все прелести, так сказать, этого периода, но, наверное, есть средства, да, какие-то специальные, которые помогают женщине пережить, но это неизбежно, и после этого тоже, в частности, жизнь не заканчивается, а у многих даже начинается, да. Но что я хочу сказать? Я, когда думаю об этом, про дальнейшую жизнь, да, про возраст, конечно же, первое, что я хочу, помимо сохранить, да, какую-то свою красоту женскую, оставаться женщиной, ухоженной женщиной,
то мне хочется еще качество в плане здоровья. Вот это для меня основное и важное, потому что войти в такой, скажем, солидный, достойный возраст с хорошим здоровьем — это огромное-огромное счастье и удача на фоне последних событий, так вообще. И тогда будет удовольствие от всего, потому что каждый возраст прекрасен по-своему, и на каждом этапе нашей жизни мы можем заниматься теми или иными какими-то приятными вещами. Многие женщины, вырастив детей, начинают жить после 50. В моем случае я всегда жила для себя, да, и я в хорошем смысле слова эгоист. Я человек, который здраво всегда думаю о себе. Я считаю, что все люди должны это делать, и жертвенность — это очень плохая штука. Можно, конечно, любить, помогать, но вот в плане растворения, да, ну, я как бы... Тут, ну, отдельная тема для видео, скажем так. Поэтому мне хочется сохранить здравый ум в первую очередь и здоровье физиологическое, мое здоровье физическое, извините. Но потом уже, что касается красоты, по возможности поддерживать. Шибко там какие-то вот делать очень сильные перекройки в лице, да, там какие-то операции, я положительно к этому отношусь. У кого очень много здоровья, и я знаю, люди там 5 операций сделали, и им хоть бы хты. Вот, с моей, так сказать, удачей, девочки, ну что, пошла, зубы отбелила, эмаль сняли, пошла, волосы в салон, волосы истончили. И мы как-то уже и думаю, а оно мне надо, мне туда идти, или вообще лучше мне оставить все как есть, и от природы у меня все лучше, как оно есть. Поэтому я не собираюсь шибко что-то перекраивать, но какой-то минимальный уход я все равно буду за собой делать. И так как я женщина, которая любит ухаживать за собой, естественно, я в плане красоты, наверное, с возрастом, когда у меня будет сильнее все меняться, я буду призадумываться и, может быть, больше там суетиться, в хорошем смысле слова, да, там почаще ходить к косметологу. Я уже сейчас продумываю план каких-то действий. Ну, в каком плане план действий? Пока я еще... Мне нравится, как я выгляжу, да, и то, что я делала из процедур, вы все знаете, я об этом повторяла. У меня всегда увлажняющие линейки, у меня есть ампулы от Marti Derm, у меня есть... минимум, тот минимум средств, которыми вот я за собой пользуюсь, и, в принципе, меня все устраивает. Вот. Но когда я буду видеть какие-то уже, так сказать, изменения более видимые, действительно, я что-то буду делать, и мне бы не хотелось, конечно, видеть сморщенную кожу. Я даже не знаю, как я поступлю, девочки, когда процесс пойдет. Не могу сказать. Потому что я знаю женщин, которые стареют натурально, это тоже красиво. И так как они не актрисы, ну как красиво, старость сама по себе, как она может быть красивой, насколько она может быть красивой, да, потому что нет того тугора кожи, нет той гладкости, это все понятно, но это неизбежно, это произойдет с нами со всеми, поэтому горевать над тем, что неизбежно, и горевать раньше времени, пока ты еще молод, как-то буду это все поддерживать, каким-то образом решу для себя, намечу для себя план действий, как я это буду делать. Пока еще не решила, не знаю, девочки, на дело, видите, да, мои хорошие? Вот это радует. В любом случае, доброта и любимое дело всегда будет сосуд наполнен, и ваша старость, она наша, моя, ваша, она будет замедляться. Потому что всегда можно найти любимые дела. Главное, девочки, не зацикливаться и не погружаться в кухню, в варку, в борщи и во все прочее. Помимо всех этих благородных дел, которые очень нужны, но которые никто не ценит, да, как говорится, все хорошо самой уметь, но не дай бог все самой делать, вот, то обязательно нужно иметь какое-то хобби. И нужно развивать голову, чтобы было физическое здоровье, было ментальное здоровье. Потому что, конечно, иметь светлую голову до старости лет и дожить вот до преклонного возраста, это приятно, когда ничего не болит, ты сидишь в кресле, ты любуешься морем, рассветами, закатами. Рассветы везде прекрасны, не обязательно морем, можно горами. Кто-то живет в деревне, кто-то живет где дачи. Россия прекрасна, если говорить за Россию, я в других странах не была особо, да? Я сама с России. Так вот, в России прекрасная природа, прекрасные поля, луга, пейзажи, и там можно при наличии определенного, так сказать, уровня жизни, да, имея дачку какую-то где-то, где речка, где воздух, где деревья,
Можно прекрасно проводить время. Почему нет? Беседка, пчелы, мед, чай, прекрасные беседы с подружками. Вообще везде, в любой стране мира, от себя не убежишь. В любой стране мира можно жить как ты хочешь, если ты сам это создашь и захочешь. Поэтому, собственно говоря, да, стареть не хочется, но будем исходить из того, из чего есть. И самое главное, друзья, желаю себе, желаю вам, как самой себе, чтобы все сложилось по здоровью. Обязательно. Это самое основное главное. Ну, а уже, как говорится, наше личико и что-то мы подделаем, мы что-то сделаем. Черт характера. Связано это с изменением внешних. Так, связано... Подождите, Ирина Валентиновна. Боитесь ли вы становиться старше? Связано с этим изменением внешних, внутренних. Вы знаете, даже внутренних изменений я бы боялась больше, чем внешних. Потому что быть ворчливой, недовольной жизнью бабушкой... Ну, не хочется. Хочется быть полегче в плане, не в плане полегче, не глубже, а полегче, повеселее, подобрее, посговорчивее, порадостнее. Да, я люблю таких женщин, веселых, хохотушек, легких. Мне нравятся такие люди, они приятные в общении, и даже когда возраст, и уже вот женщина такая улыбчивая, миловидная, ее красота никогда не увянет. Ну, конечно же, сейчас, во-первых, такой современный мир, Ирина, что можно много что для себя сделать по внешности. Поэтому я думаю, что самое главное — это физическое здоровье и внутренние какие-то моменты, вот это контролировать. Но мы люди, мы можем контролировать. Мы можем все это контролировать, тем более в наше время очень много для этого есть. Ну, внутреннее контролировать это понятно только от нас. Ну вот, я думаю, я ответила на ваш вопрос. Буду ждать обзоры Марта Лайф, любимый блогер на обратной связи. Это восторг сегодня. Спасибо, дорогая Марта. Спасибо, моя дорогая. Тут про коралловые помады. И сейчас я, возможно, еще какой-то момент, девочки. Девочки, их мальчики. Вот сейчас как это мне все вспомнить? Как это мне все вспомнить, друзья? А, обязательно посмотрите видео. Я загрузила видео. Тема подарков, украшения на все времена. Я хочу кое-что открыть. Секундочку. Хочу открыть и хочу сказать. Хочу сказать, друзья, что еще у меня готово одно видео. И вы уже наверняка его посмотрите. Сейчас не буду называть тему, хотя, наверное, в принципе, назову, потому что я его уже загружу. Это будет связано с украшениями, что носят испанки, так как я проживаю в Испании, буду говорить за Испанию. Мое мнение, мои рассуждения, мои размышления. Я думаю, это будет очень интересное видео. Не будет у меня там немножечко материала в плане фотографий и каких-то материалов таких, которые я могу приобщить к видео, к болтологии. Но все равно оно будет интересным. От этого оно не станет менее интересным. Так, согласна с тобой. Так, пришла с работы. Ой, Натали мне тут пишет. Катя, огромный привет. Пришла с работы, усталая, да еще и замерзла. У нас на Урале -22 с ветром. Сделала себе чай, легла полежать, согреться. Тут вылежала, слушала, на душе стало хорошо и тепло. Сразу же появились мысли хорошие. Я сама очень люблю украшения. У меня их немного, финансы не всегда позволяют. Наташа, желаю вам в наступающем году... Да, сейчас уже заканчивается год, чтобы ваши финансы позволяли вам сделать все, что вы хотите. Пусть случится, как давайте назовем это чудом, да, потому что для многих людей, которые имеют минимум по зарплате в регионах, понятно, в Москве побольше, да, если говорить за Россию, в регионах это намного меньше. Пусть у вас все сложится, Наташенька, я вам от души желаю. И я отношусь к разряду людей, которые действительно не любят золото в смысле того, что желтый цвет, металл. Но я очень люблю, я люблю серебро и белое золото. Я тоже люблю белое золото больше, чем лимонное. Хотя могу лимонное носить. Камни — это особая статья. Я люблю, когда даже, знаете, скажем так, два вида золота в одном украшении. Либо белое золото. Вот мне как-то так. Угу. Причем, ну это не факт, что это будет так навсегда, потому что все течет, все меняется. Причем любой камень — это сказка, которую нельзя повторить. Камни, они индивидуальны, у каждого свой характер. Вы просто действительно прекрасная, красивая женщина, любящая красоту, несущая ее в мир. Спасибо вам за это. Наташа, спасибо. Благородный, благодарный, любимый мой зритель, мои девочки,
мои виртуальные подруги, все, кто меня смотрит. Друзья, я настолько, для меня настолько ценно то, что вы пишете. Это не пустой выхлоп, который вот я забыла, да? Нет. Это настолько меня творит, в том числе как человека, как личность. Понятно, что я взросленькая, да, мне 43 года, я взросленькая. Но от того, каких людей мы встречаем по жизни, от того, с кем мы общаемся, от того, каким кругом мы себя окружаем, каков поп, таков и приход, я всегда это говорю. Это зависит много. Много из блогеров, девочек говорят, моя публика самая лучшая. Я тоже смело могу заявить, моя публика самая лучшая. И не случайно, это не голословно, потому что и по комментариям, и по тому частному общению, которое у меня с вами происходит, с огромным удовольствием я общаюсь с вами, девочки, я могу сказать, что всегда после того, как мы с вами пообщались, с большинством из вас, я, насколько я это могу физически сделать, потому что, да, по украшениям такое бывает, что мы общаемся, у меня идет приятные вибрации внутри моей души. Мне приятно, хорошо. Здесь момент, и он очень простой. Если после общения с человеком вам хорошо, вот вы, Наташенька, пишете, да, мне хорошо, и таких комментариев у меня много, то я тоже могу сказать, даже просто по комментарию, я уже чувствую себя оздоровленной, мне легче, у меня заряд энергии, мне хочется снимать, мне хочется творить. И вы знаете, девочки, в новом году я хочу вам пожелать, да, такие видео, можно в каждом видео что-то желать и говорить, и поздравлять. Вот, не на фоне елки, как говорится, ну, обленилась ваша Катя. Вот, и в новом году я хочу, помимо всех пожеланий, которые, а еще будет, да, видео обязательно, то я хочу сказать следующее. Вот тут из девочек, кто хочет немножечко в себе развить какую-то креативную жилку, творческую, поставить немножечко речь, убрать какие-то комплексы, убрать какое-то стеснение, да, потому что вот вы сравните мои видео, прошлые те, и видео, которые сейчас, да, это, конечно, уже новый уровень. А вообще будет интересно когда-то сделать прямой эфир. Вот напишите, девочки, хотите ли вы... А я вас уже спрашивала, да, скажите, что спрашивает, а потом не делает. Вот, но я, честно говоря, не знаю, как в него выходить. Вот, так что Екатерина такой хакер, что не знает, как делать прямой эфир. Блогер, да? Вот, но я ничего, я к этому приду. Так вот, я желаю вам, если вы хотите всего этого, то, что я перечислила, я желаю вам, девочки, открыть YouTube-канал. У вас обязательно будет свой зритель. Я рекомендую просто вам. Это настолько по-творчески приятно, это настолько, ну, не рекомендую, а кто хочет, пожалуйста, welcome Adelante. Это настолько приятное общение, вы познакомитесь с таким количеством людей, потому что некоторые люди, возможно, живут с кем-то близко рядом, но эти люди их никак не вставляют, простите, в каком плане, сейчас объясню. Ну, не их люди, вот так складывается, что вот, ну, нет. А вот где-то, возможно, в той же, где-то там, да, в другой стране, в той же Швейцарии, Германии, Бельгии, Голландии, встретится человек на вашей волне. Не обязательно быть со всем миром и нравиться всему миру, да, вы же, ну, это же не рубль, чтобы нравиться не евро, но все равно YouTube-канал расширяет знакомства, ваш спектр знакомств будет настолько широким и разнообразным, вы обязательно найдете людей по душе, не просто с которыми вы будете вот общаться здесь, в YouTube, да, в комментариях, возможно, завяжутся даже какие-то приятные знакомства. И я могу сказать, что пару таких знакомств, близких, очень приятных, у меня сложилось. Доверительных, душевных, без лжи, фальши и лукавства, без изворотливости и какого-то подтекста, без подтырок и всего прочего, да. То есть вот вы понимаете, да, о чем я говорю. Вообще, конечно, друзья, наверное, это не для всех, да, блогерство, наверное, это не для всех. Но что это для творческого человека отдушина, это небольшая такая маленькая сцена, на которой ты можешь творить как твоей душе угодно. И, в общем-то, никто тебе не запретит, да, хотя определенная цензура есть, но как наказывают блогеры? Снимают монетизацию, если вы там что-то, музыку какую-то наложили, не указали, или как
какая-то тема, возможно. Ну, мои все темы, и у меня никогда не снимают монетизацию. Мои темы, что тут говорить здесь? Цацки-цацки, духи, сумки, болтология, психология и вся прочая лабуда, женская красота. Мои хорошие, я буду закругляться. 19:29. Вот я всегда хочу, думаю, ну, я быстренько. Вот сейчас вот зайду, вот быстренько, чтобы девочек не дурманить по полчаса. Нет, вот 20 минут, вот просто к гадалке не ходи, буду сидеть 20 минут. Мои хорошие, я вам всем очень благодарна. У нас с вами обязательно будет продолжение новогодних роликов, поэтому всех жду в комментариях, буду отвечать на ваши вопросы. Пишите ваши запросы под данным видео в том числе, но мы с вами увидимся в следующем ролике. Всех люблю, всех обнимаю и с наступающими праздниками, девочки!